сейчас вашему вниманию по традиции хотим представить статистику этих потерь внимания на экран. Итак, какие данные опубликовал Генштаб Украины на 549-й день войны? Потери личного состава российских оккупационных войск составили уже 260 270 единиц. Среди этих потерь также техника, реактивные системы залпового огня 726 единиц, артиллерийских систем 5379 единиц. Далее в этом списке вертолеты сбито 316, сгорело 315 самолетов, беспилотники 4367, крылатые ракеты, которые не долетели до своих целей, 1411. Этот список продолжают. Средства ПВО 497 единиц, специальная техника 804 единицы, автомобильная техника 7823 единицы. Боевые бронированные машины. Здесь потери такие: 8539, танки 4390. И завершает этот список по традиции так и не всплывшие корабли и катера 18 единиц. Среди них, напоминаем, крейсер «Москва». Слава Украине! Героям слава!